Ну, на приборе показывает вот двадцатку, это колечко золотое показывает. Сигнал четкий, хороший. Я думаю, опять золото, друзья. Хотя бывает, фольга тоже пищит, как золото. Сверху нету фольги. О, чуть не шкребнул лопатой. О, вот это счастье привалило. Смотрите. Смотрите. Какая красота. Не дай боже клад. Не знаю. Я думал сначала, что одна потеряшка. Вот здесь еще две. Но это лес, здесь не пахалось. Скорее всего, кошель какой-то. Сейчас возьмем эти монетки. А, красота какая. Так, потом дома помоем. Золото, оно мягкий металл. Два по 10 рублей. 906 год и 1900. Так, еще одна монетка. Тоже золото. 5 рублей. 1897 год. Вот. Ха-ха. Смотрите. Какая красота. Так, оно сейчас... Прозвоним. Так, интересное место. Уже у нас вечер, темнеет. Буду понемногу из леса выходить, а здесь, конечно же, я точку ударю. Еду завтра или когда. Вот такая красота. Это, наверное, мой лучший коп в этом году. Класс. И рядышком мусора очень много, осколок медный попался. Так я думаю, это тоже осколки какие-то. В принципе, может быть, Первая мировая, какой-то богатый офицер здесь потерял. Ну, Первую мировую здесь войнушка у нас была хорошая. Вот такая красота. Ха-ха, я рад.